Привидище! Это зомби Эйршер, и мы продолжаем. С моим робо-огненным псом, медикаментозным и светящимся, путешествовать по этому ужасному миру. Значит, вроде бы как, в комментариях мне написали, что здесь должен быть где-то босс. Может быть, и не здесь, может, я что-то не так прочитал. Ну, в общем, я знаю, что там дальше будет месиво в центре где-то. Так что, пошли. Нам все равно в полицейский участок надо пробраться, правильно же? По идее, мне теперь уже ничего не страшно с моим новым боевым другом. Так что врываемся в красную дверь, просто вот так вот осматриваемся, никого нету. Контрольный в голову, неживой. А где выход? Опа! Готов. Где-то тут проход был, видимо, не в этом доме. А вот, есть, кажется. Блин, это душевая. Срань господня, где мне здесь выйти-то? О, почтовый ящик. Эх, жалко его не открыть. Может быть, через этот дом мы сможем пройти? Кажется, да. Оу, машунки. Робот, ты где? Милости просим вас вперед. Ну что ты на меня смотришь своей улыбкой и глазюками? Не понял. Живой! А ну, давай жги его! Бочку, кстати, не берет огонь. Ну, это же и логично, в принципе. Лови! Ай! Гори, коп! Сгорел. В данном случае это уже не коп, а просто мешок с костями ходячий. Ну, тихо-тихо, не бей там бочку. Можно ее, в принципе, с собой взять. Она пригодится. Бомбанем ее где-нибудь. О, может быть, ему подкинуть? Лови! Ну давай, гори, бочка! Ай! Блин, кажись, мне лучше не стоять напротив моего огнемета, иначе робопес меня сожжет. Надо будет сейчас это проверить. Вкачиваем в силу. Let's go дальше. Let's go, let's go, let's go. Вот сюда. Вроде бы как тут можно пройти. Нет, тут не пройдем. Тупик! Эх, засада! Может быть, с другой стороны дверь? Ой, робопёс, ты где там? Сожги это чучело! Огонь! О, хорош! Шашлычком запахло. Правда, тухленьким шашлычком, но запахло. Я думаю, что нас тут кто-то встречает. Да вроде нет. Никто не встречает. Е-е-е, мы в городе. А это что за огненное чучело? Кажется, у тебя появился конкурент. Огненный робопес. Огненный огненный зомби тебя ждет. Вперед. Давай, на выход. Я сейчас партиечку тут соберу небольшую. Зомбики. Ай-ай-ай. Действительно, короче, под стол лучше не лезть, я сам гореть начинаю. Так что рядом с псом лучше не стоять. Ты чё там, как там? Не обращайся на нас внимания совсем, мы тебе не интересны, что ли? Кто вот это, чё это за перец? А где он, кстати? Это пожарный, что ли? Робопёс его поджёг, ему вообще по барабану. Он теперь так стоит и горит. А как быстро ты сдохнешь? О, отчалил наш капитан. Какой-то загорельненький, как будто с отдыха приехал. Реально, смотри, у него... Это, короче, зомби-пожарник, и он... Ага, молодец, молодец. Сейчас, интересно, на бочку среагирует, нет? Не, не среагирует, он не дошел до бочки. Короче, этот зомби-пожарный обладает фаерболами, видимо. Он магию изучил, в школе учился магической. Иди сюда. Или просто у него руки горят, он как бы мне ничего не может сделать. А, ему по-большому... Нифига себе, он как робопес жарит. Слушай, ему по большому счету наплевать на огонь. Это единственный зомби, который умеет сопротивляться огню. У него даже глаза такие огненные, оранжевые. Прикольно. Крутой зомби. Мне нравится. Я думал, это сумка, но нет. Идем дальше. Надо обломиться в полицейский участок. Я думал, что... Ай-яй-яй-яй, не надо мне в жопу палить огнем. Я все-таки воспламеняемый.
Сдох. Я думал, что вот этот чиш лежит под машиной. Да хватит уже! А, они идут. Чиш, короче, лежит под машиной и ремонтирует. А это тот чувак, которого мы спалили. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Согревай вокруг, деток и зверюк. Ну, кажется, нам теперь сюда. Ой, какие вы тут все злые. Ай-яй-яй. Опасно. Очень опасно ходить спереди моего робопса. Очень опасно. Ему-то наплевать вообще. Нифига себе, там Машуня, что ли, сдохла? Или как? Как-то вышло. Я спать еще хочу. Серьезно? 23%. Ладно. До победного ходим. Ты переставай уже жечь мой тыл. Машуня. Я тебе говорю, прекращай. Какой непослушный пёсель, а? Надо ему сбоку, короче, огнемет приделать. А то это... Не, так не делается. Готов. Ну все, пойдем в полицейский участок. Мы там сейчас найдем автоматы. Так, я лучше подойду к нему поближе. А то меня сейчас точно робопес зашашлындосит. Открываем двери. Здравствуйте, я хотел заявление написать, ну, за то, что на меня зомби нападают тут вокруг. Долбанный полицейский участок. Неудачно я зашел. Там секретарша злая. На ресепшене сидела. Теперь она огненная. Огненная мащуля. На-на-на-на-на. Пособираем платы. Пускай он тут развлекается. Да хватит меня бить! Как будто из меня выбивали. Заснул тут на рабочем месте. Плату обязательно. Я платы еще не умею делать. И, по-моему, их вообще тут нельзя делать. Их только вытаскивать можно. Хватит ломиться. Давай, вставай вот напротив двери. Я сейчас открываю. Он выбегает, а ты его жаришь. Тандем отличный просто. Человек и робот с огнеметом. Это мощно. Окей. Идем дальше. Здесь ничего интересного. А, это столовка. Это тип столовка. Я бы на самом деле энергетика бы свистнул, чтобы подбодриться немножечко. Несмотря на то, что меня постоянно кто-то в жопу огнем жарит, я все взбодриться никак не могу. Тут что-нибудь, вот еще энергетики. О, там еще один пожарник стоит. Мы, думаю, выйдем туда. А, кстати, мы... Кто-то орнул или мне показалось? Сколько у тебя там топлива осталось? 7. Очень экономно робот использует наш огнемет. Это нам во благо. О, еще компики. Если что, надо не забывать про то, что я могу перегрузить все роботу. Сколько у него тут места еще? Ну, у него... Чего, у него 20 килограмм осталось? А, нет, 25. Пойдет. 25 килограмм это много. Ух ты. Кровище на стенках. Вон, тут три осталось. И мозги возле компик. Это когда сильно перенервничал, рубая в дотку или в КС-очку. Или в Fortnite. Мозги вскипели и разлетелись. Это допрос. А, нет, это учебка. Это учебка, тут он кто-то спит. Контрольный. На всякий пожарный. Вдруг он начнется и побежит за мной. Пойдем на второй этаж. Ты живой? Блин, я хотел пса подозвать, но он же противопожарный. Ему пофиг. На всякий пожарный стрельнем. О! Здравствуйте. Да ну хватит так делать уже. У меня жопа горит. Огнетушитель ножни срочно нужен. Пугают еще меня. А, это клетки. Это клетки. Хватит долбить! Жги его, я закрываюсь нафиг. Он все равно как-то умудрился. А, это ты ему дверь открыл? Ну, спасибо тебе, добрый робопес. Застрял в двери. Он на тебе, кстати, повис, робопес. И на мне.
И поза такая смешная у него. Давай уже тушись. Я пошел. Тут кто-нибудь у нас есть? Нет, никого нету. Оу. Тут стенку пробили. Мне не хочется открывать вот эту дверь. Мало ли, вдруг мне потом пробьют бошку, как эту стенку. Я плат столько себе набрал. Так много плат. Это прям очень и очень добротно. Может, я тебе какой-нибудь компьютер мощный соберу? Так, перезарядка, все нормально. Добрый день! Я вас ждал, но вы не дошли немножечко. Вы не прошли даже в дверь. Тут эпичная музыка бы... Мне показалось, ли он с потолка свалился, или как это вышло вообще? Эпичная музыка бы не помешала. Тын-т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 ын. Засранец. Я знал, что он живой. Я видел, что он как-то так... Оу-о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 у
звуков не издал, что меня тут валят. Блин, я ж прыгать не умею. Я такой лошара, я даже через окно не могу перепрыгнуть. Так, я слушаю. Давай, жарь его. Да не меня! Не меня, не надо же. Ой-о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 й. Хорош. Робопес, вот из-за тебя мне придется сейчас аптечку юзать. Ух ты, как я неудачно встал. Как я неудачно встал. Хотя довольно удачно. Что, у нас тут водичка есть? Ну, пока не хочу. Оба! Оба! Сюда заходим. Оба! Здесь опять кто-то стенку пробил. В спортзал ошную. Все-таки она успела кинуть, насранка. Тут кто-то стенку... Здравствуйте. Маш, жги его, жги! Не меня, его жги! Да, блин, какой-то ты долгий робопес. Надо точно модуль тебе установить, чтобы ты пошустрее был. Короче, меня траванули, пожгли. Полный спектр эмоциональный я получил. Побью, наверное, грушу тут хотя бы. О, аптечки, это пригодится нам. Я хоть одну взял? Нет, ничего ты не взял. Надо плату вытащить вот сюда. И аптечки. А, аптечки вот сюда отправились. Ну хорошо, тогда энергичек берем. Энергджайзер. БД-джайзер. О, да, гранаты. Гранаты у меня есть, в принципе. Вот так вот сделаем. Нет, подожди, давай залечимся. И, в принципе, про аптечки можно пока забыть. Здесь где-то должен быть... Во, помповая! Помпа! Помпа! Патроны для дробовика это не то, пистолетное не то. Не то. Кто-то что-то сломал или мне показалось? Все, теперь всем хана. Можно, кстати, дробаш все-таки вот сюда поставить. Когда в помпе закончатся патроны, я на обрез переключусь. Патрики для дробаша теперь играют очень важную роль. Надо все это дело собирать. Пластинку-то заберу. Взяку слушать, я потом мафан все сделаю. Здесь ничего. Закрыто? А что там у нас? А, там, видимо... Дайте пройти. Ты живой? Или ты дохлый? Фонарик бы включить. А то уже, да, 17:35. Да ну... Дай. Я еще дверь не успел открыть. Ты уже меня жаришь. Елки-палки, елки-палки, елки-елки, елки. Какие он звуки страшные издает. Еще и с топором бегал. Жуть, он меня мог разрубить, в принципе. Вот это реально страшный типок. Просто бежит на тебя и жарит. Если бы не мой робопес, я бы офигел. Но так как робопес мой умеет тоже жарить, мне не страшно. Кто-то тут на кухне. Живодерничал, хотя никто ничего не взял. Все на месте лежит. Жалко, пирога нету в духовке. А, тут не открывается, это не дверь. Окей, значит, выходим. Поднимаемся еще выше. Последняя дверь. На крышу. Ага. Давай.
Открой личико. Да, помповое ружье имеет свою роль, имеет свое значение вот против таких вот щитоносцев. Ну, тут ничего не оказалось. Можно я просто спрыгну отсюда и вон туда побегу или вон туда? Где там эта школа или что там, магазин был? Мне теперь туда же надо бежать. Ночью. Ох, ночью. У меня же есть палатка, да. Мы сейчас переночуем, пожалуй, в полицейском участке. Потому что спать-то хочется. Расстилаем прямо вот здесь. Давай! Что-то не стелится, слушай. Наверное, из-за зомби. О! Ложись спать. 12 часов. Хорошо, как поспал. Лучше, чем в поезде даже. Вены проступают, говоря о том, что я отлично поспал просто. Всю ночь ворочался на самом деле. Так. Надо съесть. Вот чипсики есть. Сейчас их пожуем, потом попьем. Энергетиком заправимся. И можно жить. Ну все, я подкрепился. Выбираемся отсюда. Да, чувак. Мало того, что у тебя штаны протерлись, так у тебя еще и конвульсии остались. Фигово тебе, явно фигово. Тут у нас что? Контрольный. О, патрон для дробаша, отлично. Перезарядимся. Бумажек я тут вроде никаких ничего на столе не вижу. Для чтива. Страшно как. А, это мы его через окно шлепнули тогда, точно. Шашлындос из него замутили. Ну, в принципе, все. Полицейский участок я весь обшарил. Туда ходил. Помпу добыл. Еще бы я сходил на задний двор полицейского участка, но это, по-моему... Сейчас. Это, по-моему, вот сюда надо куда-то идти. Где-то был проход. Либо заходить надо туда не через полицейский... Нет, через полицейский же участок надо было туда пройти. А, вот! Вот проход есть где. В начале. Можно зайти? Серьезно? Блин, ну почему тут пусто и сюда нельзя зайти? Круто. Очень круто. То, что можно заглянуть хотя бы в одну тачку полноценно. Хоть это и скорая. Тут тоже ничего интересного. Вот я бы консервы-то на самом-то деле взял. Чипсы выкинул, а... Ой, нет, чипсы сюда, а вот эту консерву я сейчас сожру. Вот эту консерву еще возьму. Да и все. Чипсами, блин, мало наедаешься, поэтому их невыгодно с собой таскать. Особенно, когда у тебя 9 пачек чипсов. Нафиг они тебе сдались. Так, ну тут ничего интересного. Зря я сюда перся. Сколько здесь ворон летает? Это тебе за Hello Neighbor. Хотя ворон там хорошую роль играл. Че это я на него гоню? О! Ты тоже в Hello Neighbor играл, да? Пусто, ничего интересного. Из оружия, блин, автомат, по-моему, дальше будет, да, Калашников? Здесь его нету. Ну, если что, я сюда просто потом вернусь, сбегаю и заберу его. Че, пойдем? Мой верный песель, тебя заправлять там не надо? А то ты так сжег неимоверно свой огнемет, что... Ух, ух. Тун-т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 ун. О, смотри, кто там. Бугай какой. Гранатку сейчас возьму. Кстати, моему роботу насрать на гранаты или как? Или что? Ну, вроде бы как и насрать. Хедшот. Даблхед. Я 2 раза ему в голову стрелил вообще-то. Давай, просыпайся, пугало. Подожги его, пожалуйста. Подожги его! Он горит. Он горит, это хорошо. Когда он еще раз спринтанет? Слушай, он... Не получилось спринтануть, да? Повис на жопе моего робота. Это плохо. Пошли, отойди. Отстань от моего робота. Навис он так на нем. Качаем снова силу. Я буду бугать... Я вот вкачиваю силу только ради того, чтобы быть вот таким же мускулистом. На рельефе. На массе. Чтобы меня сложно было сбить с ног. Так, не понял. О, здравствуй. Как это? Кто-то там, кто-то бежит.
Здесь... Да вы чё? Чё началось-то? Фух. Вроде норм. Вроде норм. Идем пока хорошо. Улица кишит просто зомбарями. Когда у тебя есть стволы... нет. Нормально, живем. Когда у тебя есть нормальные стволы, то не страшно. Но вот когда ты видишь огненного зомбаря, то уже страшно становится. Ну что ты, ну ты видишь, я стреляю, впереди тебя стоит. Зачем ты так, блин? Тебе бы интеллекту подбавить, а? И встроить в него, что ли? Опять вороны. Ну, я, в принципе, дошел до того места. Где-то здесь должен быть... Вон, ворота вон те. Бах! Бабах! Что у тебя в сумочке? Туалетная бумага. Ну, в смысле, бинтики. Но они почему-то реально похожи на туалетную бумагу. О, тут еще. У меня плохое предчувствие насчет этого места. Необходимо хорошо подготовиться, прежде чем я перешагну порог этого супермаркета. А, ну да. Мне также стоит сохранить воспоминания этого момента. Намек типа сохранить. Я даже сохраняться не буду. Да не, я пошутил. На всякий пожар. Кто знает, что там за месиво сейчас произойдет. Сейчас сохранимся. Конечно же, вбакаем себя допинга. Нет, 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 я же лечусь. О, как мне выжить с этим дружелюбным соседным робопсом. Пойдем. Пошли. Давай. А, знаешь что, знаешь что, знаешь что? Я, наверное, вот что еще сделаю. Блин. Поскольку мы идем к боссу, пистолет ему еще шлепну. И патрики. Патрики, пистолетные патроны. Ну вот, я думаю, тебе 80 хватит. Пошли. Издалека. Робопес! Робопес! Блин. Это кидалово. Что за пугало? Ты чё? Ты бегать умеешь? Блин. Не сработало. Японский городовой, ты посмотри, как ему гранаты отнимают. Бежим! Просто кидай под себя, как бомбермен. Ай, мое здоровье. Твою налево. Хорошо, что я сохранился. Бежим! Они застряли? Нет, они не застряли. Он сожрал зомбаря и подхилился. Нифига себе! Ай, больно! Так, мне бы энергетика выпить. Не-не-не-не-не-не-не, бежим! Мимо. Он промахнулся. Гранаты ловите. Черт за тачку. Надо всех валить. Потому что он будет сейчас хилиться этими чуваками. Блинский, я ж по лестницам не умею ползать, я ж дебил. В окна не умею перепрыгивать, прыгать не умею. Я вообще ничего не умею. Так, спокойствие, да, пока? Блин, он вылез. Бежим, 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 бежим. Вокруг. Бегаем вокруг. Я сейчас должен отхилиться. Подождите. Я, кстати, его подорвал где-то каким-то моментом, да? Я вот здесь вот встану. Нет! Стой, 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 стой. Не беги. Фух. Пронесло. Я гранату немножечко вперед кинул, прям на нее набежал и подорвал себя. Меня убил не зомби, а я сам. Чё хочу сказать? А, заново. Ну, прекрати ты тут делать. Прекрати. Давай туда тебя как-нибудь засунем. По-братски. Вот, я, кажется, могу тебя туда затолкнуть. Вот сюда подойди. Я хочу туда с роботом зайти. Я это сделаю все-таки. Наверное. Чтоб робот мне помогал. И босса поджег. А, как хитро разработчик сделал. Робопес упирается в невидимую стенку. Блин.
Интересно, если я сюда подведу кого-нибудь, он будет? Идет. Идет. Ну-ка. Робопес, пали! Пали огнем. А, пофиг. Робопесу пофиг. Ой, своему же кинул. Ладно. Врубаем крутое музло. И начинаем веселуху. Всех мочить. Перемочить. Вот этого в особенности. Не успеешь. Не успеешь, не успеешь. Кого-то даже подожгли. Блин, не надо, короче, пожарников мочить. Они могут других зомбарей поджигать. То есть еще один пожарник. Интересно. О, жаробат пришел. Какой он шустрый, слушай, ты че? Спринтом раньше занимался или как, или че? О, отлично. Граната! Ой, очень неудачно. Тут по-тупому граната кидается на самом деле. Есть задержка. О, хорошо кинул. Вот сюда. На тебе, Павло. Пока зомбарей других нету. Блин, я не представляю. Он пошел жрать. Да, гранату возьми, блин, пока перезарядка, я ничего не могу сделать. Ах, ты ж негодяй. Негодяй. Интересно, если он мне втащит, мне очень больно будет. Давай проверим. Вот это шутка. Ну нет, не сильно. И такой ударил и убежал. Он жрать пошел. Он пошел жрать. Вон того чувака. Как он будет его жрать? Ха-ха-ха, он подорвался. Во время жрачки подорвался. Такой обугленный. Что у тебя тут есть? Ключ какой-то. Еще и левел-ап получил. Странно с него. Сумарь выкатился. Как будто он его выпердил. Обалдеть вообще. Какой ты несимпотный. На орка реально похож. Че, пойду магазин открою, посмотрю, что там у нас. Робопес, ты можешь сюда уже зайти, нет? Нет, он там, все за стенкой. Где там ключ? Ага. Зашел через туалет. Отлично. Погоди. Не получилось. А что я тут вообще в туалете забыл-то? Я думал, пройти можно, но нифига. Значит, задняя парадная дверь должна быть. Вот она. Ага. Жрачки-то его куча. Тот же Рабас был, видимо, директором этого магазина, да? Раз у него ключ был. Ну или старший админ. Чем-нибудь типа того. Я так полагаю, что тут я ничего... А вот подожди-ка, пластиночка, это здорово. Пополним запас пистолетных патронов и дробовик. Пять, почему пять патронов дробаша? О, статуэтка! Наконец-то я их нашел. Тут же можно теперь коллекционировать статуэтки. Ну что, вроде бы все. Фух, можно отсюда выбираться. Бегу к поезду, тем более время уже... А, 10-20... Самое утро! Броди и наслаждайся деньком. А я собрался валить. Так хочется по воронам пострелять. Ну им хоть бы хны. Поэтому стреляем по зомби. Они покрупнее. Помесистее и потухлее. А как нам теперь открыть? Ключом. Точно. Робопес! Посвистел бы, но не буду. А то вдруг услышат, да прибегут. Я думаю, что можно теперь через... В смысле я не могу сюда залезть? Как? За что? Спасибо, робопес, что меня поджарил, ну и в то же время защитил.
Лучше немножечко обжечься, чем быть съеденным этими зомби. Смотри, прикол. Офигеть, это что за глюк? Текстура как бы есть, но ее в то же время нет, когда я хожу по ней. Дошел. Дошел до своего странного поезда. Все-таки крыша это как-то странно смотрится. Ну, буду делать распаковка. Распаковка статуэтки, чтобы моему снеговичку здесь не было так одиноко. У него будет товарищ зомбарь Пакля. Как, кстати, его зовут? Надо почитать в книжке. Ну вот, смотрится ничего так. Симпатично. Сейчас подсветочку включу. Ну да, вроде прикольно. Живешь в зомби-апокалипсисе и собираешь зомбические статуэтки для того, чтобы они у тебя... Типа, тебе мало зомби в мире, да? Вот пускай у тебя еще будет статуэтка. Посмотрим, как их зовут. Где это Пакля? Пакля, значит, Машуню на самом деле зовут медсестрой. Это у нас брокер. Брокель. Доблестный брокер Уолл-стрит в прошлом. В своей новой жизни не изменил прежним привычкам и готов разорвать свою жертву на куски за считанные секунды. Особенность... Двойная атака в ближнем бою, ну то есть скоростной. Понятно, что это такой агрессивный? Зомби-тренер, то есть я не зря его фитнес-мужиком называю, да, фитоняшкой. Зомби-толстяк, это ясно, зват тоже понятно. Зомби-пожарный. Этот достойный в прошлом член общества по какой-то чудовищной иронии мутировал у одержимого пиромана, готового поджарить вас при первой возможности. Перезарядка у него 8 секунд получается. А вот, кстати, с зомби-пожарный с топором. У него скорость, нет, такая же скорость, здоровье побольше, ближний бой 30-ка, дальний бой так же, как у того. Он, короче, может махать топором и поджигать одновременно. Круто, что? Зомби-куст, вот. Единственный зомби, который меня вечно пугает. Мимо него постоянно прохожу, не замечая кусты, а потом смотрю, куст бежит. Никого не удивило, когда потомственный лесник превратился в данное существо. Удивило, с какой ожесточенностью он принялся защищать природу от ужасных людишек. Особенность маскировка и хорошая скорость передвижения. Урон от горения плюс 100%. То есть против него огонь очень хорошо идет. Понял? Есть еще два зомби, которых я не раскрыл. Надо будет их найти. Вот этот зомбарь очень похож на зомбаря вот этого, только со старым скином. Интересно посмотреть на него. Ну а это зомби-рабочий железнодорожных путей. У него в руках, получается, была вилка для переключения путей. Она ж тут нужна была, а я что-то не обратил на нее внимания, не подобрал. А ее можно было подобрать вообще? Жалко, верхняя часть текста не видно. Что-то голодом там, тара-та-та-та-та, вокруг местного супермаркета. И расправляется с местными обитателями, после чего сколачивает из них банду и инстинктивно начинает охранять бывший магазин, убивая любого посягнувшего на ее припасы. Особенность... Короткие спринты на игрока с мощным ударом после потери 50 здоровья кидается к ближайшим зомби, пожирая их голову, восстанавливаясь 5% здоровья, что мы уже тоже наблюдали. Пошел я, короче, обратно в эту дождливую погоду. Попробую забрать ту вилку. Но да, железнодорожный рычаг, мне нужно его забрать. Как я так тупанул, не знаю. Столько времени потратил, чтобы сюда добраться. Еще и спать хочу, капец. Превозмогая сон, засыпая почти на ходу, я все-таки прибыл к своему поезду, потратив огромную кучу здоровья, пробираясь через зомби. Но, тем не менее, я здесь. И буду спать не под открытым небом, а на своей мягонькой. Что здесь жестянки какие-то делать? Ладно, спать, короче. Ой, как хорошо. Только попить надо. Попить. Обязательно попить. О, да. Мало попил, что ли? Еще надо попить? У меня там еще есть водичка? Секунду. Да, есть. Короче, нам сейчас нужно трогаться обратно. Но для этого нужно робота поднять. Сейчас я его выключу. Выключайся. А как тебя поднять? Походу, никак. Чтобы его поднять... Я просто сейчас поеду назад, а как-то робота неохота тут оставлять. Давай подхилимся, кстати. Вот. Ладно. Канистру как мы сможем снять? Да. Причем огнетушитель, точнее огнетушитель, огнемет снимается прямо вместе с топливом. Это круто. Это тоже снимаем. А вот сумку разобрать придется.
Ну, все, все снял. Как теперь тебя поднять? Я же как-то его поднимал. А, руки, наверное, надо было. Блин. Зачем я все снимал тогда? Сейчас, подожди. Просто руки нужны были свободные. Ну да, блин. А я взял и все снял. Перетаскивал еще. Ладно, возвращаю все на место тогда. Как было. Беру его в руки. И вот так и захожу. Ложись здесь. Можно его активировать, посмотреть, он спустится, не спустится с поезда. Надеюсь, что нет. А, я тут его включить не могу. Тут вообще ничего на поезде нельзя, ничего переключать, включать. Понятно. Ну, вроде бы все. Запускаем нашу тарантайку. И поехали. Реверс у нас включен. Да, едем назад. До вилки. Надо же ее переключить. У нас же теперь есть вот эта штука, я ее могу. А, она в руки даже не берется. Было бы прикольно, если можно было бы ей махать и наносить урон, как бита, но, видимо, нет. О, наконец-то! Другие рельсы. Я их вижу. Ништяк. Почти доехали. Сейчас будем тормозить. Сейчас будем тормозить. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. В принципе, уже можно. Тормозим. Идем прыгать. А поезд еще едет, надо вообще заглушить его. Хорошо, не проблема. Спрыгиваем, вставляем, значит, вилку. Надо еще заглянуть в дум. В дум-дум-дум надо заглянуть. Что тут у нас? Вода, жрачка. О, записка. Когда? Давай почитаем все равно, для приличия. Черт, Грейс сошла с ума! Я пришел, чтобы сменить ее на посту. А она расхаживала с оторванным рычагом переключения и что-то бормотала себе под нос. Увидев меня, она, размахивая рычагом, бросилась с диким взглядом. Я едва успел укрыться в сторожке. Через полчаса попыток вломиться в дверь, она пошла в сторону города. Я не представляю, что делать. Грузовой поезд должен пройти в ближайшее время, а у меня неисправный переключатель путей. Печально тебе, чё? А мы немножечко флешбэкнулись. Поскольку мы уже рычаг достали, с боссом побились. Видимо, это та Грейс и была. Да, это же сотрудник железнодорожных путей, там в книжке у нас было написано. А я же переключил путь, нет? Давай пойдем, пойдем, пойдем. Нет, путь я не переключил. Ну, пожалуйста, вот, давай. Вон туда. Ну все, поехали. Let's go. Ой, не назад. Блин, я реверс забыл. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Давай. С песенкой. Тени так ужасно на рельсах отрисованы. Черная такая муть, как будто мазута там. Мы поворачиваем. Да, направо. Все, поехали направо. И там нас ждут катакомбы, по-моему, если не ошибаюсь. Мы там должны заехать в туннель. И там будет вообще веселуха. Но у меня есть робопес со светильником, поэтому не так страшно будет. Так что вот. На сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Если тебе понравилось, то не забудь подписаться, если ты еще не подписался. И поставь лайкос ролику, если ты хочешь продолжения. И тогда мы вновь увидимся в Зомби Эртер и тому подобное. В общем, все. Увидимся в новом ролике. Лайкос не забудьте и подписаться. До встречи.